Мал да удал, мини-погрузчик, несмотря на свои размеры, может похвастаться выносливостью, работоспособностью и мощностью. А уж маневренностью и мобильностью даст фору любому большому трактору. Он маленький, везде можно проехать по тротуарам, в обслуживании очень прост, вот. Много расходов на него не надо, очень удобно. Еще один большой плюс погрузчика – его универсальность. Машину можно использовать и летом, и зимой. Навесное оборудование меняется в считанные секунды. Погрузчик очень легок в управлении, и даже я смогу им управлять. Здесь все понятно на интуитивном уровне. Давайте посмотрим, как у меня получится. Нажимаем на газ и поднимаем ковш. Десятки мини-погрузчиков, тракторов и самосвалов, а также знаменитый своей эффективностью погрузчик «Золотые ручки». Служба ЖКХ и благоустройства демонстрирует свою спецтехнику и ее готовность к зиме. Практически все машины переоборудованы для работы в холода. В этом году на улицы города выйдут порядка 300 единиц. И еще 250 принадлежащих управляющим компаниям и их партнерам будут расчищать дворы от снега. Мы видим, что в принципе все готовы. И к первым снегопадам, и к последующим попробуем. И я думаю, мы справимся с теми ошибками, которые были допущены, незначительные допущены в прошлом году. Реагенты в настоящий момент на первые снегопады заготовлены. Идет плановая подготовка и завоз реагентов к зимнему периоду 2016-2017 года. Заготовить запланировали порядка 15 тысяч тонн реагентов. К труду и обороне готовы дворники и кровельщики. Именно они будут первыми принимать удар на себя этой зимой. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.